Всем вкусного дня, друзья. Мы... Где мы? Мы в Намдамуне. Знаете, у нас очень насыщенные дни бывают. Мы выходим ранним утром и возвращаемся поздним вечером. Нет, поздней ночью. Поэтому бывает. Мы в Намдамуне. Здесь есть абсолютно все. Начиная от косметики, заканчивая, я не знаю, едой, женщинам. Вы все можете здесь приобрести. Я вам покажу немножечко. А это находится недалеко в центре, так что обязательно сюда приезжайте. Это самый старый рынок. Вот, посмотрите, здесь очень много детской одежды. Здесь курточки. Здесь есть все. О, даже золото. Это золото, да? Смотрите, дизайнер, она сама все делает. Вот это пальтишко стоит 450 тысяч вон. Это ручная работа, вы понимаете? Все сделано вручную. Здесь все ручной работы. Да, цены. Здесь очень ценят ручную работу. Ручная работа совсем. Тут ручная работа совсем по другой цене. Да. Ценят ручной труд. Да. Мы сами из-за того, что занимаемся этим, нам прям это прям по душе. Здесь новогодняя атмосфера. Смотрите на это все. Везде все светится, танцует. Какие колокольчики. Если бы не самолет, я бы взяла бы этот колокольчик. Ой! Посмотрите на этот каток. Старые телевизоры. Елочки, я все хочу. А это елка какая-то с настроением. Ну, щелкунчики такие вот красивые. Они же его не видели в глаза. Смотрите, я нагнулась, смотрела на эти фонарики. И этот старичок спустился мне на голову. Я так испугалась. Я купила себе вот такой вот со снеговиком. Посмотрите, что это там? Мне эти штучки нравятся. Я знаете, что беру? Давайте я вам покажу. Я вот беру такие штучки. Они на скидке сейчас 30 тысяч вон стоят. Вот в пачке там очень много. Возьму такое. Смотрите, что еще здесь есть. Я не знаю, что это все такое. Но мне хочется все купить и оздоровиться просто. Вот так вот. Мы в силу нашего молодого возраста берем. Да, для спины. Здесь просто очень холодно. Это разогревающие пластыри. Я что-то да, возьмем. Да, конечно. Возьмем. How я хотела это купить, а это его японский, этот японский. Короче, это японское саке. Он говорит, это не продается. Я говорю, сколько стоит? Он говорит, это не продается. А эти конфеты я брала. Подождите, а здесь они сколько стоят? 3000 стоит каждая пачка. Вон, 3000 вон. Ну, вы переводите уже на свою валюту, потому что... Если я переведу, это будет, наверное, это где-то 2-3 доллара. Давайте вот так вот посчитайте приблизительно. А теперь это рынок еды. И ее здесь очень много. У меня багаж всего 25 килограммов. Посмотрите, сколько всего я купила. А там еще моя одежда, картины. Мы приехали еще тут на выставку. Анасайо! Здесь что еще? А, это кура. Ты еще один магазин. Севиль пробует первый раз чай женьшеня. Женьшеневый чай, то есть это натуральный женьшень. Да. Запах, конечно. Стоит 30 тысяч, 10 пакетиков. Запах очень натуральный. Ну как? А здесь у вас какой? Вкусно? Как-то земля. Ну, а, наверное. Как раз то, что нам надо. Ага. Как раз нам завтра в Пусан ехать. Ну, вкус такой интересный. Как будто... Вот, если честно, как будто реально корень какого-то дерева. Как будто имбирь. Мы нашли все виды кимчи. С ним нас точно в канал не пустили бы. Мы не удержались и купили огурчиков и капустки. Вот так канал.
Мы подошли к рыбному отделу. Здесь медузы. Рыбки. Ищем еду. Мы здесь нашли уличную еду на базаре прямо. Здесь пельмешки, сосисочки. Вот такие, видите, мужик ест. Знаю, что выбрать. Тут еще есть вот такое. Я не знаю, что это. И что пробовать? Бельмирана. А вот цены. Это рыбные кейки, фишкейк. Вот так вот. Так, взяла такое, это спайси, это не спайси. Это как макарошки. Это тоже макарошки со вкусом рыбы. Мы заказали пельмешки. Нам еще дали вот такие рыбные палочки. Ну, я уже вам показывала. Рядом соевый соус. Стоит все это 6 тысяч вон. Кстати, вот это они дают бесплатно. Я взяла спайси. Обязательно побрызгайте его соевым соусом, так намного-намного вкуснее. Давайте я покажу. Покажи, покажи. Оп-оп. Главное не в глаз не попасть соевым соусом. Вкусно очень. Редька очень сладкая, это очень перченый микс, очень. Мы заказали еще креветки, нет, еще пельмешки с креветками. Вот они парятся, готовятся на пару. А там есть кальмары. Еще щелит попробуем. Это пельмешки с креветками. Смотрите, какие вкусняшки здесь. Здесь кимчи, а здесь свинина. А там тоже что-то есть. Я не знаю, принимают ли они карты наличными. У меня осталось всего несколько тысяч. Сейчас посмотрим, я спрошу. Короче, друзья мои, если вы на 5 тысяч возьмете, она сделает на карту. Если нет, то нет. Здесь поднялся очень сильный ветер. Очень холодно. Я же даже волосы распустила, чтобы теплее стало. Мы взяли вот то, что я вам показывала. Со свининкой, сладкая и с кимчи. Я думала, они не готовы. Я говорю, типа, приготовься. Они говорят, нет, 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 уже готовы. Пробуем? Пробуем первое со свининкой. Это вкусно. Это очень вкусные пирожки. Я сейчас вернусь. Я его доела. Вкус, знаете, что напоминает? Вы ели вкусные, очень вкусные хинкали в Тбилиси? Нет, Батуми. Если поедите, попробуйте в Пиросмани ресторане. Сейчас не об этом. Они напоминают мне их, но втройне вкуснее. Вот так вот. Вот с этим у меня ассоциируется их вкус. Хорошо, мы тепло оделись. Ну, это так себе. Вкусно. Это что-то вкусненькое. Это шоколад, да? Да, кажется, я не знаю, это сладость. А это на десерт. Это... Боже мой, я когда сюда ехала, я себе сказала, не дай бог, если я съем сладкие лобья. Да, это сладкое лобья. Нет, это вкусно, но я не люблю лобья. Посмотрите, куда я зашла. Здесь все ручной работы. Посмотрите, какие сумочки. Эта сумочка стоит 300 тысяч вон. Смотрите, какая прелесть. А я что себе взяла? Для карточки. Здесь все ручной работы. Потрясающее место. Они здесь все сами делают. Влюбилась в это место. Вау, посмотрите, какая прелесть. Это лев. Кинай. О, боже мой. And price?
Вау. I buy it next time. Так, купила я это мастер-класс. Кстати, вот он сам. Классный чувак. Бай-бай. Бай-бай. Столько всего понакупили, на тусовку нас точно бы не пустили с этими авосиками. Поэтому едем в отель и встретимся в Канаме. Пока-пока!